Значит, у нас всегда идет пульсация баса по 4 ноты. Раз, два, три, четыре. И на фоне басовой линии идет мелодия. Зажимаем на 9-м ладу третью струну вторым пальцем, средним. И играем 6-й бас. Затем играем эту третью струну. Затем играем 2-ю, 6-ю. Здесь нужно добавить бэнд. Запомните, что когда вы играете бэнд на акустической гитаре, желательно делать бэнд не одним пальцем, а двумя пальцами. То есть, если вы играете бэнд на 10-м ладу, то вам обязательно должны помогать второй и первый палец, указательный и средний. То есть, это будет звучать так. Никогда не делайте бэнд одним пальцем. Это считается неправильно. Потому что бэнд обычно подразумевает поддержку других пальцев. Дальше идет у нас 6-й бас. Дергаем 3-ю струну, 2-я, 8-й лад, 10-й лад, 2-я, потом бас и возврат идет. Фактически как первый такт, но только здесь немножечко разнообразнее по нотам. То есть мы играем 6-ю струну, 3-я струна, зажатая на 9-м ладу, 2-я, потом 10-й лад, 6-й бас, и идет возврат на 8-й лад, 2-ю струну. Второй такт играется так. Дальше мы играем 1-ю, 6-ю вместе, потом зажимаем на 2-м ладу 2-ю, 3-ю с 6-м басом, и здесь нужно сыграть. То есть это вот такой прием хаммер-он. Достаточно быстро. Шестая, третья дергается. На первый лад мы ставим первый палец. И на втором ладу играем 4-ю струну указательным пальцем. Третий такт звучит так. Дальше мы играем второй лад. На втором ладу зажимаем 2-ю и 3-ю с 6-м басом. И здесь играем опять хаммер-он. Шестая и третья открытые. Третий такт. Четвертый такт звучит так. Еще раз в медленном темпе. Далее играю пятый бас. То же самое зажимаю на 9-м ладу. Третья струна. Бас теперь идет пятый. И все то же самое, что было с 6-м басом. Еще раз. Бас, 3-я струна, бас со 2-й, потом идет бэнд. Причем бэнд я делаю тогда, когда дергаю бас. Еще раз. Сыграл ноту, бас. И в это время я поднимаю 3 пальца. Опять бэнд и возврат. Первый палец и вот сюда. И дальше идет то же самое, что у нас было до этого. Шестая, первая вместе. Дальше дергается на 2-м ладу. Вторая, третья с 6-м басом. И здесь идет прием хаммер он. Это у нас уже было, то есть мы играем в медленном темпе. Хаммер он на 1-м ладу. Далее мы играем барре на 4-х струнах на 4-м ладу и мизинцем зажимаем 7-й лад. 4-й бас, 1-я и 2-я вместе. Затем мы ставим вот сюда 3-й палец, играем с 4-м басом. Дергается 1-я, 2-я, 4-я. И дергаем 2-й палец, ставим на 5-й лад. Дергаем 1-ю, 2-ю. И 2 раза бас, 4-й. Дальше мы играем открытый 5-й бас, ставим на 5-й лад мизинец, на 2-й лад ставим первый палец указатель. Пятый бас, 2 струны, потом
третий палец ставим сюда, второй сюда. Первый и шестая вместе. Дальше мы играем вот такой ход блюзовый. Шестая, первая вместе. Второй палец ставим вот сюда, сюда ставим третий. С пятой открытой двигаем. То есть мы второй двигаем с третьего до первого лада. Дальше идет, в принципе, все то же самое, как в начале. И в конце мы берем вот такие аккорды. Обычно это стандартное окончание в джазовой или в блюзовой музыке. Мы берем нон-аккорд, нажимаем мы это на восьмом ладу, играем по всем струнам и идем к седьмому ладу. Все. Ссылочка на табулатуру будет в описании. Подписываемся на канал, ставим лайк и до новых встреч. Пока.